мы очень благодарны вообще за все, что вы делаете. До конца вы сами не понимаете, что вы делаете, потому что... Знаете, почему я говорю? Это не просто здесь, но сделали работу. Понимаете, я сейчас вернулся с совещания отцов города. Вот собрались отцы города, бывший мэр, владелец тут собрались, и они говорят, ну как поднимать город? Я им рассказываю за все это движение. Киевляне к нам приезжают, уезжают, западные приезжали, делают, наши люди поднимаются. Они говорят, ну у нас вот у губернатора есть программа восстановления Донбасса. И они там рассказывают идеи. Потом, когда мы рассказали, что мы делаем вообще, я говорю, ну не надо ничего делать. Ну не надо ничего организовывать. У людей есть склад, есть люди, есть помощь отвозят, давай восстанавливать все. Давайте просто вливать сюда там. Поэтому вы сами того не понимаете, в чем вы участвуете и какой посыл даете. Понимаете, если вы не приезжали, ну ничего такого не было. Мы не могли что-то сказать. А по сути сейчас закладывается модель, как помогать другим городам, как поднимать вообще страну. И вы этому участники. Поэтому я вам очень благодарен. Спасибо вам от всего сердца. Потом вы сделали классную работу. Вот неделя прошла, каждая неделя это свой этап. Ну и еще. Мы даже никогда не подразумевали, что... Ну, в таком добром смысле паруса надежды прославятся, что вся страна приезжает, восстанавливает. Когда все начиналось, когда разбили здание, я в Фейсбуке написал, меня некоторые утешали, ну не волнуйся, ну мы приедем, ну мы поможем. Я думаю, ну да, помогу, да, ну все равно же. Да. Но когда Игорь позвонил и говорит, я вот Игорь, я говорю, слушай, ну ты сначала приедь, посмотри, а потом... Он приехал, посмотрел, потом начал организовывать движение. Материалы, людей, все. Короче, я увидел, что Бог поднимает разных людей, чтобы соединять вот тело Божье. И я хочу вам сказать спасибо огромное, что вы согласились стать этому участники. Игорь, спасибо тебе персонально. Брат Василий, вот ты вот едешь постоянно. Я удивляюсь, как много здоровья. Очень благодарен. Дуже вдячний, розумієш, брата, тому що ти робиш дуже велике діло. Ви не знаєте, але він привозив допомогу, коли Слов'янськ був окупований. Привозили продукти в Данію для більшості святого. Це було завжди своєчасне, була велика допомога. Я не знаю, по-українському. Поэтому спасибо вам всім. Хочу помолиться, и мы маленькие. Хорошо. Давайте.